Гнать вела себе. Ах, его остановлю. Дарую цветов и подарю букет. Девушке, которую люблю. Цветов и подарю букет. Той девушке, которую люблю. Повернёшься ко мне. Повернётся на голосе. Да. Когда я могу поворачиваться? Можешь? Нет, станция. Суть в чем? Станция. Смотрите, значит, так, смотрите, это Маля. Спрашивайте, почему она отвернута, чтобы не смотреть на экран, чтобы это был сюрприз. А сюрприз почему? Потому что мы для нее, сами видите по названию, что приготовили. Мы сегодня ее знакомим с новой группой, и поэтому она вот сейчас отвернута, чтобы это был сюрприз. Смотрите, значит, что... А, Малю еще раз показываю, вот, пожалуйста, вот Маля. Шляпа, микрофон, зеленый ушлепок, металкор станция здесь, выпуск, ехали. Все, поворачивайся. Так. Станция. Значит так. О, серьезно, что, наконец-то. Ты слышала что-нибудь про это? Нет, но я слышала постоянно, чтобы говорили, и ты как-то очень давно говорил, что не слушай их. А знаешь, почему я ждал станция? Вы знаете, почему я ждал именно этого момента, именно в это время? В это время года, как говорится, станция, потому что лето, потому что Атилу я... Ну и слушай, по краскам, по крайней мере, вот да, этих клипов, да. Я понимаю, пацаны заводные, яркое. Короче, пацаны заводные, и Атилу надо слушать летом. Смотрите, станция, короче, сегодня такие пироги, мы включаем Атилу Мали без лишних разговоров, и просто мы ее слушаем... С большим кайфом, потому что это самая моя любимая летняя группа, которую я вообще могу летом вот просто вот так вот на репите с кайфом слушать, потому что они совмещают в себе все вообще, что возможно. Справки википедической не будет, вот, потому что мы тут слушаем и говорим свои ощущения, вот. Нам вот это все подводные камни не нужны. У них из команды поменялись только там... Некоторые музыканты, а главарь остался. Главарь, пожалуйста, станция Крис Фронзак, или более знаменит как Франзила. Да. Вот, Франзила. Франзила это для меня станция. Пример просто вокалиста, который грязищу делает с вот этим ротовым своим аппаратом прекрасным. Как интересно, да? Вот, потому что там всякие разные штуки интересные, прекрасные. И сейчас мы это все будем слушать. Станция. Короче, кто знает Фронзак, кто знает Атилу, все знаете песни, подпевайте с кайфом, пейте, кушайте, лето на дворе, гуляйте, все очень сильно классно. Все. Так, начнем со старенького, короче. Типа, это... Такой, относительно... 10 лет относительно... Да, соляк. У них еще вон темненький гитарист был, оказывается. Похожий темненький. Что-то из лака что-то там. Поняли? Да. Crazy bitch, I like the way she rides this.
На лайте. Ну они тут вообще прям все молодые. Такой долгий. Не. А, 3.5. Или мне так сильно хочется уже все остальное показать, да, что да, кажется, да, это долго. Да, да. Вот. Очень хорошее настроение у ребят. Да, у пацанов вот этот вот заряд, он очень долго длится до самых сих сейчас, пор, да? Если что, mm-hmm. Да. То есть пацаны росли все время с этими, со звуком всяким разным. То есть у них там альбом послушаешь, тут они что-то так звучат, потяжелее, тут что-то так. И треки бывают, типа, одни прям ты в жиру утопаешь, а другие чуть типа, как-то полайтовит. Ну, здесь прям интересно, что они прям так да, перебирают, да, перебирают прям. И да, он своим голосом просто, типа, да, вот. А суть в чем? Он, видишь, вот эта читка, он, короче, типа, по этой теме угорает прям, ему очень сильно нравится. Видно, да. У него был еще свой сольный альбом когда-то, да, в бородатые годы, где он чисто, короче, там реп был, вот этот вот, с читкой, с битами, со всеми вот этими интересными, вот. Но мы сегодня это, конечно же, слушать не будем, потому что мы топаем дальше, станция. То, с чего я вообще начал слушать Атилу, вот, пожалуйста, About That Life, как говорится, станция, пожалуйста, слушаем. I'm a bad motherfucker, not a fucking role model. Church, hit a phone, they go back up on the bottle. Got a few stars to help me roll a few blunts, and they never question me because they know I hate cunts. Read my words and swallow my sins. It's here we go. I was a fucking asshole. Every complicated on my shirt. Does it get you all out? Такой пафос просто. Это не вяжется с этим образом. Да. Ты картинка. Да, вообще. Только вот как бы, да. Это рокеры параллельной вселенной, да? Сучки, деньги, все дела. Как при этом тяжело. Да, да, кстати. Я просто не могу слушать музыку. Концентрировался, когда вот эти все интересные вещи. Пошел солдат. Ну, он лично не такой коротенький и харизматичный.
текста просто пиздец. Ну, собственно. И пошел. Станция, давайте мы не будем переводить, что значит suck my fuck. Оно как бы и... А что там? Оно как бы и так понятно, что какая-то Я, конечно, гадость. Была очень обескуражена. Жопками? Жопками, там, и не только, в общем, да. То есть сколько нагородили всего? Тебе там и сучки, и бабки. И вот эти все цепи, да, просто и как... вечериночки. Да, я кайфую от вот этого. То есть пацаны развлекаются. Мне что, водили всегда нравилось? Пацаны умели развлекаться всегда, короче. Типа и в самих треках, и в клипах, и вообще в принципе. Фронтс какое-то время на OnlyFans. Он свой OnlyFans называл OnlyFronts. Очень классно. Где там его штучка, красота, все замечательно, прекрасно. Вот, себя чувствовала до тех пор, пока пацан, ну, там, не женился, там, вот. Потом второй раз, ну, интересный парень, вот, и вот такие вот интересные вещи. Ну, то есть, блин, пацан с кайфом отрывается, просто вот жизнь вот эта есть, я ее живу с кайфом, вот, пожалуйста, вот это примерно то, как я вижу Фронза. Вот, и он, в принципе, такой по соцсетям, если смотреть, он такой супер-мега-активный чел, он сейчас вообще, он стримит на Твиче, всякую шнягу я особо не заходил посмотреть. Я как-то раз написал, станция здесь, он не ответил, я обиделся. И ушел. Как знаком, мне тоже не отвечают. Ну вот, извините, не хочешь отвечать? Ну и иди тогда ты лесом, как говорится. Да, я даже писалась. Вот. Затем, значит, станция. Вот это вот все месиво я слушаю. Прекрасно. Mm-hmm. Парочку альбомов вот этих начальных, которые не прям древнючие, вот не прям древнючие. Очень важная мысль, да. Все тяжелые. Вот. И тут выходит вот это. Я такой, ага, пацаны, значит, еще и вот так вот, оказывается, умеют, интересно. Ну-ка. Я еще поймал мысль о том, что это идеальная... группа для летних фестивалей. Просто что можно лучше придумать? А ты вот это вот послушай. Ничего не испортил. Что эти станции?
Извините меня, то есть припев, я такой, что, припев, секундочку, секундочку, подождите, припев, значит, а, вот оно как, и вот я ж, получается, их прям давно-давно услышал, и вот постепенно-постепенно, и вот этот припев у него такой, а вон оно, и интересно, как пацаны, оказывается, умеют, вот, и они, да, вот в таком теперь, пожалуйста, амплуа выступают с этим, с припевом, и уже интересно. Здравствуйте, блядь. А вы что, вам может помочь? Нет? Нет? Смотрите, станция, вот это вот то, что я сейчас включу, это я мечтал 1000 лет, миллион лет включить кому-нибудь. Это, да, я пропустил, короче, станция. Если что, по времени, как все выходило, я могу мимо просто попадать. Но вот это вот надо показать. Это тоже чуть-чуть далеко, постарше. До свидания. Возможно. Let me hear you say. Терпеник. Жирно так. Да-да-да. И это просто... Это мой самый обожаемый момент вообще во всей карьере. Просто Аттилы, станция, вы знаете почему. Потому что, как по мне, это самый тяжелый брейк из всего, что у пацанов когда-либо было. Ты не готова.
Думаешь, конец? Нет. Хорош, еще и заканчивать на этом вообще. Это вообще. Оставить тебя с открытым ртом. Я когда первый раз услышал, я такой, господи, спасибо вам, пацаны, что подарили мне вот эту вот тяжелятину просто наивкуснейшую. Просто вот так обмазаться жиром, вот так выдавить на себя все вот так очень сильно вкусно. Охренеть. Я хочу срочно это вот. Да, в наушниках это вообще, потому что там, я не знаю, они, как так получилось? Вот это по сведению вопросы, потому что там идеально бас с гитарой, чтобы вот этот вот жирный бас и дисторшн от гитары, чтобы они вот так идеальный баланс просто тяжеляка. Это просто гениальная работа с точки зрения металкора, просто супер мега. Это какого трека? Есть робозомби. Очень похож на не тот, который стиль. В андеграунде. Стиль похож на этот. Чем-то, возможно, да. Старый вот этот. Именно не когда брейки, а именно вот середине. Я понял. Чистый он уже, уже хорошо, знаю. Уже хорошо, что он разбирается, где брейки, видишь, уже, уже типа понимает, уже классно. Ты эволюционируешь. Брейк, я знаю, это кач. А. Ну, видишь, ты уже это знаешь. Раньше для тебя же это вообще брейк, сплошняк. Брейк, я знаю, это танец. Брейк это танец? А, да. Это нижний. Но это не... Первый день так и был. Так, станция, топаем дальше, ладно. Что еще может быть дальше? Уже? Еще дальше, еще интересней, потому что следующее, что я вам включу, вот такое выходит, и у меня чель чель вот это отвисает. Вот, кстати, я думаю, что классно в таком помещении слушать музыку. Тут пицца в конвульсиях. Я вообще-то еще не ел. Может, в половину стал. Дай послушать, подожди. Потому что ты не готова к тому, что будет да, дальше. Да? Мурашки активированы. Припев, ты слышала припев? Просто еще понимаешь, что они в этой комнате, а он с эффектом эхо, и вся просто еще одевает, какой диссонанс происходит. Дай-ка еще раз. Пожалуйста. Я
забрали меня. Было бы 15 этих припевов в треке, я бы... Да. Все 15 я бы пел. Они были бы заслуженными. Я после этого припева думаю, да вы чё, вы куда, вы почему, вы зачем это всё со мной делаете? Вообще, на самом деле, это не за что? Да, на самом деле, вот эту всю дискографию пацанов я слушаю до сих пор с таким величайшим кайфом. Можно просто вот я альбом включаю, который мне надо потяжелее, я чуть постарше беру альбомчик, и замечательно. Что-то такое вот такое вот интересной заковырочкой, то да, что-то поближе. То есть там охренеть станция. Если вы не слышали Атилу и сейчас первый раз с кайфом под нее разматываетесь, ох, как я вам завидую. Вот как Маля, например. Я в шоке сижу. Потому что меня разматывает, а я представляю, если когда ты первый раз такое слышишь, это же вообще, и тем более тут же суть в чем, это же вообще для тебя супер-мега-топ. Это когда и припев, и когда мужицкий нормальный вокал, и жирнючий вот этот вот весь инструментал. Это квадратнее. Я знал станцию, я знал, чем надо включать. А потом проходит время, и вот это вот выходит. Вкусно? Ну так, не раздеваясь, так сказать, сразу. Ты не готова. Они втроем остались, гитарист, фронт и басист. Mm-hmm.
Да, вот так вот именно вот этот щенячий восторг. Именно это та самая эмоция, да, это она. Просто, мам, простите, пожалуйста, но пиздец. Это да, разматывает просто «Здравствуйте, извините меня». Слушай, вот после того, как вот этот припев исполнили, он типа ближе к свежему, к тому, что выходило, серьезные такие, типа ты такой, блин, ну серьезно, это типа уровень такой. Короче, мне прикалывает, что он тебе и зачитает, он тебе и погроулит, он тебе еще и, оказывается, припев долбанет, ну то есть вообще красота. Да, с кайфом, вот, и, ну то есть... Харизма из человека прет, когда вот она вот так вот, вот так вот она выражается. И он заряжен по да-да-да, столько лет. Ты понимаешь, столько лет вот так вот типа дубасить, охренеть просто. Да, я просто жесточайший его фанат во все времена был всегда и до сих пор остаюсь. Мне даже тут, несмотря на то, что тут проветривается, ну жарко прям реально. Да. Вот. А вот что выходило ближе, получается. Ты говоришь, ты смотрела, с кем ты смотрел? Я его сам смотрел. Да. Это было еще в начале Metalcore станции. Мы сейчас, я тебе включу, чтоб ты послушала, а там бегло, короче. Metalcore Manson называется. Кстати, его хата, его бассейн. И Гелендваген его. G-Squad называется, типа про Гелендвагены. Пацаны умеют развлекаться просто с кайфом. С кайфом такие, так типа, а чё мы здесь?
Чем мы можем вот это? Можем. Да, есть вариант так сделать, да? Ну да, вот, станция. И, короче, и вот так вот пацаны двигаются до сих пор, типа, пожалуйста, что-то новое должно скоро выходить, потому что они никогда не тянут, короче. Типа, вот, они все время вот на настреливают с кайфом, просто выпускают эти все треки. Еще суть в чем, у них лейбла нет, они сами себе лейбл, короче. И вот так вот просто выстреливают с кайфом. Вот. И вот такие дела. И последний. Начали с веселья, как говорится, станция. Атила в основном всегда была про веселье, короче. И весельем, и закончим. Вот. Этот трек называется «Пицца». «Пицца». Не просто так, потому что Фронт сам кайфует, короче, с пиццей, но самое главное, он ненавидит, короче, пиццу с ананасами, терпеть просто не может. У него там на концертах бывает эта тема, когда он пиццу с ананасами в зал нахрен бросает, потому что она ему очень сильно не нравится. Вот. И этот трек полностью посвящен пицце. Станция. Кто любит пиццу, пожалуйста. Моя жизнь. Я думаю, насколько это вот в русском бы звучало, не сильно. Видите, ебаная нам. Пицца, говорит, лучшая еда на земле. Какой парт охуенный. Именно про гроули. Пицца, лучшая еда на земле. Припев в конце. И это мой любимый вообще момент. Поменяй что-нибудь в своей жизни. Yo, hurry, bring that shit over here. What you put on it? The good stuff? I got the best stuff, man. Feast your eyes. Dude, are you fucking kidding me? Pineapple on the whole fucking pizza? Yeah. Are you shitting me? No. Fucking pineapple! Ананасов не должно быть в пицце, да кусок дерьма. Почему ты это со мной сделал? Смотри. Dude, chill, вот, ты можешь выковыривать пыль в пиццу. Блядь, ананас. Я могу выколоть глаза из твоих глазниц. Из черепа. Я, говорит, выпью этот твою кровь, как соус от пиццы, короче. Очень сильно расстроили пацана из-за того, что он у нас... Ну, вообще классный. Это супер экспириенс. Просто вот эта концовка, когда он такой, типа, ты чё, издеваешься? Он говорит, нет, ты можешь выковырить эти ананасы. Нет! Я могу выковырить глаза из твоего ёбаного черепа.
Просто кайф. Конечно, ему не переходить дорожку. Я просто с них очень сильно кайфую. Станция, вот, пожалуйста, это исповедь фаната Атилы, короче, пожалуйста. Это очень классные ребята, очевидно, что они заряжены. Да, слушать просто не переслушать. Материала там просто уже вагон повыходил, поэтому там на любой вкус, на любого слушателя, просто у пацанов вот что хочешь. Хочешь тебе, чтобы было припевчики, пожалуйста, есть. Хочешь, чтобы вообще разматывало, качало. Как он им играет, как он его чувствует, это же вообще что-то. Да, и именно, видишь, в какой... Ты заметила тут такой... у него такой момент, что вот там все так в тему, вот эта читочка, когда начинается, все прекрасно. Вот тут у него начинается какой-то скрим непонятный с читкой, тут потом идет гроул, и все всегда вот так вот в темочку, все вот так вот по полочкам лежит, и все понятненько, и ты такой, господи, как прекрасно. Очень, оно ушам вообще мед. Да, да, хочу, вот для меня это. В наушники. Вот, пожалуйста, вот теперь, пожалуйста, вот тебе, на тебе. Спасибо с ананасами, большое. С ананасами вкуснятину. Вот. Да, теперь нужно, конечно, следить за ними. Интересно, да. Что дальше они будут делать такое? А дальше я уже не знаю, потому что тут интересно, он выпустил фронт вместе с каким-то своим кентом, короче. У них есть проект трап метальный, то есть там вообще ультра-мега вот такие с размером с микрофон струны, на которых они... Вот, и там прям темненькая читка. Вот, вперемешку с гроулами, со всей этой красотой, я тебе скину, ты послушаешь. Там станция, там вообще говноместина просто замечательная. Вот, я кайфую. И вот, да, и теперь ждем, что дальше будет. Потому что этот Metalcore Manson, короче, это было из последнего, самое последнее, что выходило. Просто, да, чего дальше можно экспериментировать. Да, да, потому что пацаны всегда вот это вот выдавали с энергетикой, и теперь очень интересно смотреть, что будет дальше. Я жду просто с таким кайфом. Вот, казалось бы, уже много материала повыходило, но я все равно еще, дайте мне еще хочу, еще больше, чтобы вообще обмазаться просто. Нет, танцем. Когда у них так получается, да. Каждый раз, да. Типа, это же кайф. Почему нет, да. Да. Вот такие станции сегодня, пироги с ананасами. Чё, всё, вот, пожалуйста, кто не слышал, вот заслушивайте с кайфом. Кто слушал, те, я думаю, мне подпевали замечательно, прекрасно. И по-любому напишут, что ты не поставил какую-то песню. Возможно, станция, возможно, что-то не поставил. Нужно послушать или скидывайте в телегу. Да, советуйте друг другу, что там слушать, потому что я думал, что вот, короче, мне что нравится, что я посчитал нужным, вот это, пожалуйста, включил. А дальше там, как говорится, у нас как обычно. Вот, поле тебе пасись. Опять я, блин, получается, какая-то, да, овца. Нет. Газель. Молодая. Это считается за комплимент, станция? Нет? Ну ладно. Смотрите, все, это конец выпуска. Так, что нужно знать, станция? Там в Краснодаре 21 числа у нас будет движуха, не забывайте про нее, вступайте во встречу, если вдруг вы где-то живете рядом с Краснодаром или в Краснодаре, и только что о нас услышали, 21 августа у нас будет очень крутой движ, по ссылке в описании можно посмотреть, что там происходит. Вот, также там можно заказать браслеты, прекрасные, замечательные, из камушков, которые я сделаю, отправлю по России в любую точку. А Коля, кстати, отправил Коле в Якутию браслет, почта такая, 30-35 дней. И просто в Якутию. Он что, пешком идти будет? Почта России, блядь, что случилось? Подожди, а почему не забрал? Он не мог здесь взять его. Он новый заказал? Так он взял и уехал, заказал новый. Он еще один заказал? Да. Порвался, да, первый? Да, порвался. Сломался. Ну да. Развалились эти камни. А гарантия сколько? День и час? Гарантия... Пошел ты. Это антиреклама, так нельзя делать. А что вы знаете о поддержке? Станция, смотрите. Насчет поддержки, смотрите, станция. Вот эти браслеты я таскаю по 2-3 года. Если что, вот они у меня на руках. Да, я почти его год знаю. У меня тоже есть, 3 года держится. Я его ни разу не одевал, лежит там. Потому что на твоих руках все стрёмно. Расскажи историю. Нет, что врать, ребят. У него настолько они держатся, что... Может шарик упасть, но они дальше или висят на руке. А, ну это была такая история, когда у меня выпал шарик из браслета. Вот смотри, при этом не сломалось ничего. Случилась аномалия.
Там было просто аромат действия. Это до сих пор. Кто дал ему ключи от каламбурочной? Они у него всегда. Это каламбуры. Каламбуры сейчас не важны даже. Но тот день, что произошло, это никто. Мало времени пришло. Я научился жить один. Дим, вкратце, пожалуйста. Короче, станция. Смотрите, Сальвадор. Сальвадор. Мы все да, там это что-то тусим. Это где привидения тусим. Ходят. Да-да-да. Угу. Вот. Это и вот... Где ты был? Ты за баром был или сидел я в зале? Я за баром был. А, да. И Арчи тоже был за баром. Да, и Арчи, и я был за баром. И я подхожу, в общем-то, сажусь, короче, ну, типа... Ты сидел, и ты у меня... какое-то время сидел. И у меня ничего не было, в смысле, на мне не было ни куртки, ничего-то, что у меня в карманах полежало, короче. Вот, и я такой сажусь вот так вот на стул. И падает один круглый камешек. И такой тук-тук-тук-тук. Он, в смысле, не треснул, просто упал? Он целый. Ты что? То есть, смотри, суть в чем. Ладно, если б я накануне до этого делал эти браслеты, понимаешь? Ну, типа, вот я с ними возился, и один бы куда-нибудь там, я не знаю, в одежду упал, и он бы упал. Нет, я тогда пришел из магаза, пошел на второй этаж, спустился со второго этажа, сел вниз, сидел в зале и пошел сесть за бар. Да, и я сажусь за бар какое-то время, и мы вместе просто шарик, тук-тук. И мы слышим все, как падает шарик, короче. И мы смотрим на браслет, упал. А у меня в суть в чем станция. Я обожаю симметрию и порядок вот в этой суете. И у меня там 15 с одной стороны, 15 с другой. Там если какие-то перегородки, например, их там ровно две, короче. Ну то есть асимметрию ты сразу заметишь. Но на этом браслете ничего, короче. И в чем самая главная суть? Камешек ровно с браслета. В смысле он как будто... На один меньше стало? Нет, браслет. Нет, камней не стало меньше. Суть была в том, что камешек был точно такой же, как на браслетах. То есть у меня они разные. Есть такие, есть такие, есть такие. А камешек, который упал, был с браслета, короче, цвета браслета, который я носил. Эти вдвоем, Арчи с Муроном, они вообще вот эту вот паранормальную суету обожают всю, короче. Но когда это произошло, они вообще... Этот сидел, он сидел вот так минут 15. Невозможно! Понимаешь? Он этот браслет вот так... Невозможно! А ты искал объяснение этому? Вот камушек, не был, он был идеальный. Да, он то есть не сломанный был, короче, ничего. Браслет не развязался. Все, он целый, просто вот с него выпал как-то камень. Фантом. Он как будто выпал из параллельной вселенной, короче, вот в чем суть. И эти там все вообще охуели. Вот я же говорю, он 15 минут сидел так. Невозможно! Я пошла. А я такой, выпал с параллельной вселенной камешек, ну и что? Да, заберите обратно. Да. Станция, если у вас, кто заказал браслет, и у вас выпал камешек из параллельной вселенной, очень классно. Поздравляю, вы столкнулись с паранормальщиной. Классно же. Вот, и все. В Телеграме у нас есть канал замечательный. Там всякие новости выходят от Димы Подвальского. И от нас выходят эксклюзивные реакции. А ВКонтакте у нас всякие идут там разные движухи, там подборки и всякое такое. Вот, и вроде все. Все, станция, это, кажется, конец выпуска. Все, пойдемте по своим летним делам. Какие у вас там летние дела? У нас гроза. Кайф. Да. Еще увидимся здесь, на мелкой станции, потому что вечная, потому что беспечная. И пока! Куда идем мы с пятачком? На заправку с бучком. Чешу. На заправку. Нос? Нос. Ты что, решила? Nose. Так, в итоге...